Всем бодрого времени суток, у микрофона Моби Смит, и сегодня у нас свежий шедевр от компании Ironhide Games. Это игра под названием Легенды Kingdom Rush. Это продолжение по-настоящему культовой серии, которая у нас по сути является основателем мобильного жанра Tower Defense или защита башен, ну или башенки, кто как любит называть. Но в этой игре у нас сюрприз от разработчиков. Какой конкретно сюрприз, что это за игра и с чем ее едят, мы с вами узнаем из этого видоса. Так что устраиваемся поудобнее, жмем большой палец вверх под этим видео и будем начинать. Вперед, друзья! Отправляемся в приключения Kingdom Rush по вселенной этой культовой игры, культовой серии. Нажимаем заветную кнопку «Начать». У нас здесь, получается, есть ячейки, три ячейки для профилей, то есть можно играть одновременно на три прохождения. Ну вот, новую ячеечку выбираем и отправляемся в игру. Так, у нас тут предыстория. Столица Линерии теперь под властью армии тьмы. Подземелье к цитадели. Говорят, поживее, мелюзга, скоро начнется собрание. Тут у нас какие-то темные силы собираются. Так, мы выступаем на рассвете, чтобы остановить вторжение. А нет, это не темные силы. Походу, это герои собираются. Так, хорошо. Что тебе нужно? Нет времени объяснять, нам нужно начинать бежать прямо сейчас. Так, погоди, кто ты? Не те, что меня видели с вами. Так, что-то тут очень много интересного. Я так понимаю, освободили нашего первого героя, которого зовут Геральт. Это типа что-то паладина, я так понимаю. Вот у нас тут... Так, хорошо, начинаем. Короче, в общем, пошла предыстория стандартная. Короче, какого-то у нас одного героя нам освободили. Здесь, так, ага. О, сразу идет первый уровень. Куда это вы собрались? Это мы из тюрьмы, вы должны выбраться. Подальше от этой тюрьмы. Так, что там? Что там? Драка. Ага. Так, у нас здесь, напомню, вот сюрприз заключается в чем, что это у нас не классические башенки, которые многие ожидали от создателей игры, компании Ironhide Games, а это у нас ролевое приключение с пошаговыми боями тактическими на шестиугольной карте, на гексагональных у нас картах. Это у нас такой вот рогалик во вселенной Kingdom Rush. У нас здесь будет сюжет заключается в том, что у нас какое-то вселенское большое зло проснулось, и даже вот прошлые враги объединились во всем мире Kingdom Rush, чтобы противостоять этому злу. Что-то вот напоминает немножечко по задумке, но мне так кажется, это во вселенной Warcraft, когда вот это пришествие было еще, кто помнит, Огненного Легиона, там объединились орки и люди против нового врага. Ну, здесь что-то подобное, видимо, будет происходить. Вот. Кстати, кто не видел трейлер игры, и который у нас на канале выложен, милости просим в плейлисты посмотреть. Там у нас есть переведенный трейлер. Так что там, в принципе, довольно неплохой синематик ролик такой есть, где рассказывается предыстория небольшая о том, что сюжетной завязки. Там, кстати, будет очень любопытный такой глаз, похожий на глаз Саурона из «Властелина колец». Так, да. Так что гляньте видосик, там увидите этот глаз. Наверное, он будет играть какую-то ключевую роль в этом сюжете. Ну что ж, давайте начнем, что-то нам рассказывают, как двигаться. Так что у нас тут первый герой. Так, завершаем ход. Это у нас какой-то противник против нас. Вот такой тюремщик большой такой. Видимо, он нам преграждает путь. Ходим. Немножко напоминает героев. Что-то вот такое вот. Есть что-то вот от героев. Так, пошаговые бои. Ага. Так, удар. Бамс. Так, у нас тратится что? У нас вот... Ага. Жизнь и очки здоровья. Броня и очки здоровья. У нас здесь рассказывают нам азы игры. И объясняют, что означает каждый из показателей. Броня и очки здоровья. Физический урон наносится в первую очередь по броне. Чтобы победить врага, нам нужно исчерпать его очки здоровья. Ну, логично, да. Бой заканчивается, когда побеждает одна из сторон. Ну, понятно, все логично, в принципе, пока что, да. Ходим мы поочередно. И у нас тут разные действия могут быть доступны. Пока что у Геральта этого у нас ничего особо, кроме удара обычного мечом, недоступно. Ну что ж, первая победа! Ура! Первая победа! Так. Да, и судя по трейлеру игры, который я всем рекомендую посмотреть, там у нас будет команда, можно собирать из 5 героев.
И у них могут, там, и у них могут быть спутники. Так, можно то есть тасовать, подбирать во время приключения команду, постепенно подбирая себе оптимальный состав группы. Так, что у нас есть на глобальной? У нас это глобальная карта, смотрите, так, вот такой вот у нас на глобальной карте, ага, это еще даже не глобальная карта, это только мы в город, это мы выбираемся из тюрьмы. Вот, кстати, есть зум, что прикольно, кстати, да, так, дальше мы только можем выбраться из города, забавно, прорисовка, конечно, как всегда, у Ренхайдов просто на высшем уровне, вообще, вот многие полюбили этот... эту серию, за этот рисованный такой прикольный стиль мультяшный. И, кстати, этот же стиль породил очень много что подражателей. Ну, у некоторых получалось лучше, у некоторых хуже, но вообще серия очень классная. Рисовочка прикольная такая, мне всегда она нравилась. Вот, так, ну что ж, мы должны переходить, у нас тут уровни. Переходим в следующий уровень и побежали. Давай, бим-бим-бим-бим, в перевалочку наш Геральт двигается. Игра в кости. Так, что это такое? Это, видимо, какая-то мини-игра у нас сейчас будет, да? Сразу скажу, что я эту игрушку вообще, то есть, не играл. То есть, видел только геймплей-трейлеры, вот, из которых понятна только основная суть игры, основная механика. Но уже саму игру, естественно, она вышла только 11 числа, 11 июня. Это, на данный момент это эксклюзив для сервиса Apple Arcade, то есть она идет только для iOS, то есть айфонов и айпэдов, для Android пока что разработчики молчат, пока когда будет версия, ну я думаю, что скорее всего она будет, только позднее, наверное. Вот, думаю, что все-таки Android, огромную Android аудиторию разработчики не продинамят, а сделают версию. Но так как, скорее всего, у них есть какой-то заключен особый договор с Apple, то есть это будет, скорее всего, с задержкой как минимум в 2-3 месяца, если не более. Вот. Ну, пока что можно посмотреть, как это все выглядит на iOS, ну и подождать уже Android-версию. Ну что ж, давайте почитаем, что он нам говорит. Игра в кости. Игра в кости — это один из способов преодолеть испытания, когда герой соответствует определенным критериям. Для успеха достаточно получить одну звезду. Ну что ж, давайте посмотрим, что это такое. Ага, то есть у нас действия. То есть мы кидаем кости и какие-то действия выполняем, да? Вот у нас есть кидок в кости. Так, и можно будет раздвинуть прутья решетки. Так, ну почитаем, что у нас текстовочка. Так, друг поддается в беде. Да, изнутри одной из камер послышался полный мольбы голос. «Эй ты, да-да, ты решил сбежать, да, приятель, помоги ко мне, ладненько», сказал лесничий, указывая на решетку камеры. О, это будет, скорее всего, у нас первый спутник, который будет помогать нам, герою основному, в путешествиях. Ну, давай попробуем, раздвигаем. Попробуем раздвинуть прутья, кидаем кубик такой, продолжить, хорошо. Типа чё? Тебя открыли или что? А, после долгого напора решетка не выдержала. Заключенному все равно не хватило места, чтобы протиснуться. Но лом может оказаться полезным. Так что, нам нужен лом? А где мы его возьмем? А, у нас есть лом. Ну, припасы какие-то. Тут у нас есть инвентарь, я так понимаю, смотрю. Это у нас слева. Справа инвентарь показывает, сколько предметов, чего у нас есть. А слева у нас показан наш состав команды. Пока состоит у нас всего из одного героя. Есть баблишка у нас тут вверху, 30 монеток королевских, вот таких короны, и чего-то там еще магии, видимо, скорее всего. Пока у нас 0, ничего нет. Хорошо, давайте дальше продолжаем. Так, комбинация физической силы и лома не оставила замку и шанса. Великолепно, мой друг, дай-ка мне взять свое снаряжение из этого ящика, и мы готовы идти дальше. О, 250 какой-то фигни набрали, это, видимо, магическое какое-то. И, потеряли один лом. Хорошо. Вау, лесничий, да, это у нас лесничий, почему-то назвали лесничий, это какой-то рейнджер. Он явно эльф. Ага, вербовать его можно. О, да, вербуем его. О, к себе взяли. Подтверждаем. Так, это у нас показали его умения все. Да, лесничий. Ловкий хранитель леса, способный победить врагов стрелами, ядовитыми дротиками и невероятными трюками всех мастей. Вот какие у них навыки есть, и навыки могут быть прокачиваться, так еще, так, качество у нас есть, ловкость и резкий фокус, да, вот это, вот что эти штучки дают, это у нас улучшение, да, то почему-то нам вроде дали их много, а где их нету, их почему, так, вы показатели его там такие себе, слабенькие, конечно, 4 жизни, 0 защиты, 4 урона и 2 ходы, да, то есть продвижение, вот она Геральт, так, сэр Геральт Светозарный, это наш главный герой.
Могучий паладин. О, я же говорил, что он паладин, да. Из Линирии. Да, Линирии. Ну, или так, или как он там правильно читается. Честно говоря, не сильно прошу не кидать помидорами в меня гнилыми. Вот, честно говоря, я не знаю, как четко, как точно называются все, прочитать правильно всех этих названий стран. Я хоть и, как бы, мне нравится эта серия, как бы, но я не особо вдавался в подробности самой именно вселенной Kingdom Rush. Вот, я просто как бы, ну, мне просто нравилось играть в эти игры. Кому еще нравились эти игры с Kingdom Rush, можете отписаться в комментах или ставьте лайк под видосом, посмотрим, что у нас с аудиторией поклонников вселенной Kingdom Rush. Напишите в комментариях, с какими играми вы в этой серии встречались, какая самая любимая у вас из этих игр, вот, и что вообще вам нравится в этой серии, чем она вас привлекает вообще. Вот, так, ну что ж. Ну, а мы дальше продолжим смотреть, что у нас там продолжается вообще по приключению. Так, Геральта мы, короче, посмотрели. Так, и мы пошли дальше. Следующий уровень у нас вот такой какой-то крендель стоит. Какой-то черный тоже лучник, видимо, да? О, тут, кстати, интерактивное, смотрите. Ай-яй, подожди, куда-то нас закинуло. Сейчас поглядим, что там у нас там, что там будет-то. Ага, о, первая драка. Давай, серьезная, точнее, вторая драка уже. Вот и конец твоей истории, паладин. Вон те ящики. Не могу до них добраться. Понял? Я воздвигну щит возмездия, чтобы защитить нас. Давай. Чик, пошло, драка. Так, у нас есть дальние атаки, он может через ящики стрелять. Так, я так понял, да. Так, нам рассказывают что-то качество персонажей всякие у нас тут есть. Так, ага. Ну что ж, лучник у нас первый. О, можно взорвать взрывчатку. Давай. Так, а подожди, а ящики не взорвались. Странно. Хорошо, пошли. Перейдем. Ага. Так, специальные навыки. Давай щит вот этот на него наложим. Бумс, есть. Потому что сейчас по-любому будет стрелять. Не в него стреляли, оказывается. Эй, вы что, обалдели? А, смотрите, у нашего этого Геральта есть еще защита какая-то сверху, да? Которую вот у нас теряет. Потом уже, видимо, здоровье будет тратиться. Так, ну что ж, давайте стреляем. О, ядовитая, давай, ядовитой стрелой в них бахнем. На тебе. Пям! О, завалили его. А чем я могу этого жахнуть? Еще одну? Нет, у нас стрелы уже нету. Так, подожди. Ага, дальше. Ой, ёу, блин, надо было этого кренделя взять. Давай, а ящики могу валить? Давай, ящики. Не, ящики не валятся. Блин. То есть у нас только в этой сражении участвует только один чувак. Ладно, давай следующий. Так, ну давай. Вот. Да. Так, это у нас Геральт. В этом сражении Геральт оказался полностью бесполезен. Тут у нас только лучник сыграл и выиграл нам победу, выбрал. Ну что, пошли дальше. Что там, посмотрим, что там будет. Так, что там у нас? Оу, что это заработали мы-то? Опять вот это. А что не показываете? 350 штучек, где-то что-то есть, а вот я их не вижу. Почему 0? Хорошо, ладно, посмотрим. О, Геральт получил какую-то плюшку. И 30 монет заработали. А, получается, что у нас? Подожди, что он сказал, улучшает? Улучшение мы заработали. Во. Божественный клинок у него появляется, отображает врага гневом богов и наносит ожоги. Ну окей. Появилось у нас первое умение как бы второго уровня, второго класса. Двухзвездочный, ну в общем, кто как любит называть. Так, у нас получается, этот у нас за какой-то... Так, благословение, так, плюс один счастливые кости. Так, это мы типа там получили такой бонус в мини-игре, вот это бросание костей. Окей, пошли, он, видимо, сработает только один раз при бросании костей. Пошли, вот это вот, скорее всего, тут будет опять бросание костей. Так, пришли. О, да, вот у нас бросание костей. Ух ты, подожди, перевернуть ящики, можно проскользнуть их хижинами. Так, что у нас тут получается? Да, текстовки, как видите, много, сюжет объясняю, сюжет достаточно подробно расписан. Вот, каждая у нас локация, событие, когда мы перемещаемся, тут небольшое, как бы, идет такое текстовое описание, такое, как бы, небольшое, так... введение в то, что у нас ожидает на каждой из маленьких вот этих локаций, этих как бы уровней, или кто как может называет, не знаю, пунктиков. Называется каждый из них, видите, как даже названиями, да? Это у нас называется «Поймай, если сможешь». Впереди на дороге мы увидели большую группу стражников и попытались спрятаться между ближайшими хижинами.
мы заметили пару деревянных ящиков, сложенных друг на друга, которые могли бы мы использовать при обнаружении, в качестве баррикады. То есть мы можем либо просто проскользнуть, либо использовать, построить из ящиков баррикаду, да? Ну давай, построим баррикаду. Окей. Вот у нас дополнительный кубик наш. Есть. Так, мы толкали деревянные ящики, пока те не упали, затем построили из них баррикаду и убежали. Странная логика, конечно, построили баррикаду и убежали. Ладно, я думаю, будем обороняться. К тому времени, когда стражники сориентировали ситуацию, мы были уже вне досягаемости их стрел. Это мы типа им просто преграду сделали. Ну ладно, я думаю, будем сражаться. Кстати, здесь у нас, я так понимаю, тоже очень много интерактивных элементов должно быть, да? Это, кстати, смотрите, флаги, это что, Визнана, короче, это, походу, флаги Визнана. Это что, наш Геральта посадили в тюрьму этого злодея, который у нас главный в игре Kingdom Rush Vengeance. Это, кто знает эту игрушку, это одна из последних в серии была до выхода легенды Kingdom Rush. Так, у нас тут по-любому куча есть интерактивных элементов. Чем это славится вообще серия, что на картах, начиная уже где-то с третьей части, полно начинается интерактивных элементов. То есть, клацая на каких-то, можно заработать ачивки дополнительные, да? Пока что тут ничего нет, да? То есть, ничего не участвует у нас тут. Ладно, пошли дальше, посмотрим. Следующий у нас идет. Пошли в Чук. Да сейчас мы скоро должны будем выбраться из города уже. Нам надо выйти на оперативный простор, так сказать, да? О, мы первое видео... О, что, волшебника сейчас встретимся? Ага. Один из видов волшебства. Не успели мы убежать от стражи, как перед нами возник волшебник фиолетовой мантии. Геральт! Я знал, что моя вера в линерийское сопротивление окупится. Позвольте мне присоединиться к вам. Вместе мы сможем выбраться из цитадели. Вот у нас уже второй, у нас уже получается... Помощничек выискался, да. То есть у нас есть, вот смотрите, у нас есть волшебник. Да, видимо, тут, скорее всего, будут в произвольном порядке. Тут, насколько я уже как бы ознакомился с этим, у нас здесь 11 спутников может быть вообще в процессе вообще самой игры. Могут быть вариации из 11 спутников. 5 разных героев могут быть и 11 спутников. Вот, но не все они могут сразу же одновременно быть в команде, то есть я так понимаю, что каждая игра по сути немножко уникальна и должно быть разные вариации быть команды. У нас получается уже есть Геральт Паладин и двое спутников, это лучник и лучник-лесничий, как его тут называют, и волшебник. Ну что, пошли, теперь у нас есть маг, лучник и воин ближнего боя, то есть уже такой классический набор у нас есть. Которым мы можем, в принципе, выполнять почти все задания, да. О, смотрите, у нас тут тюремщики, так. О, еще и не только тюремщики, еще и лучники черные есть. Так, вам бежать некуда, ага, больше стражников, говорит, прибыло. Моя магия пробьет их броню, сказал волшебник. А я тоже поможет, присоединился. Внес свою 5 копеек, так сказать, вставил это. Так, ага, лучник. И еще и Геральт сказал, что, короче, у него еще там есть парочка тоже козырей, так сказать, в рукаве. Так, у нас есть вот разные... Так, что это у нас такое? Почему? Вот, подписывает. Магический луч у нас есть. Так, и что? И магический снаряд. Ну, давай лучом, что ли, шандарахнем. На тебе. Это на ближний, более ближнее такое действие, да? О, смотрите, шандарахнул одного. И стрелой его. Че, живой еще оказался? Нифига себе. Шустряк. Так, этот, подожди. Пропускаем. Подожди, а Геральт что не ходил? Так, эти пока не стреляют, мы подходим ближе. Так, что тут у нас? Удар. На тебя. О, добили его. А сейчас, короче, шандарахнем этих ребят. Так. Не добиваем. Ладно, давай. Так, это уже теперь попадает. Давай. О, классно. Так, окей. Давай. Что, ты посмотри, не добивает, не достреливает. Ладно, давай. Оба. Ну чё себе, один разок, но все-таки смогли шандарахнуть. Но это их особо не спасет. Так, подожди. Это что такое? Куда его? Так, это у нас что? Божественный клинок поражает врага гневом богов. Ну и как? Чё, куда его там? Так, и давай удар. Чик. На тебя. Ох ты, хороший у него удар. Плюс 7. Точнее, 7 единиц, да, победа. Все немножко поучаствовали и завалили, короче, этих стражников, да? О, пошли дальше. О, у нас баблишка-то прибавилось. О, есть прокачка. Так, мы можем прокачать кого-то. Или мага, или лучника. Давай мага, наверное, прокачаем.
Улучшение. О, у него появляется новое умение. Так, да? Сейчас это будет у нас ледяное копье. Отлично. Так, подожди, ну, выбираем. Чё? А, вот так вот. Во, появилось у нас. Ага, появилось у нас новое умение. Пошли дальше. Следующий у нас вот такой пунктик. Мы двигаемся все ближе и ближе к выходу. А, кстати, передвигаемся по карте, показывает весь наш отряд. Так, старый союзник. Пробегая по Ленирийскому переулку, мы заметили машущего нам торговца. А, отличный, отличный магазинчик. А, этот гном, кстати, в других играх он тоже есть. Этот, так, у нас магазин, как бы, продавец. Так, сэр Геральт, глазам своим не верю, взгляните-ка на мои товары. Армия тьмы проверяет мои журналы учета, поэтому не могу ничего вам подарить. Я по-прежнему готов помочь старому союзнику, даже если теперь вне закона. Хорошо, давай что-нибудь обменяем. На что мы можем? А, у нас на бабло можно обменять. Так, и что за палатка такая? Это палатка. Восстанавливает 3 очка здоровья для всей команды. Это что такое? Повязка. Ага, лечит физические повреждения. Это что такое? Исцеляющее зелье, восстанавливает здоровье у одного персонажа, да? Эликсир жизни нам не хватит. А это 3 очка здоровья всей команде. Ну давай, купим что ли, да? Давай, за 75. Окей, больше у нас нету. Поближка, так, что это? Появился значок какой-то у нас. Так, а, еще раз обменять, хорошо, не надо. Эй, а как выходить, кстати, отсюда? Так, давай, обменять, ладно, да, готово. Во, пошли дальше, следующий. Вот последний нас преграждает нам тюремщики. Кстати, почему-то ворота разломанные. Странный какой-то городишко с поломанными, с разбитыми воротами. Но ничего, в принципе, нам даже так легче. Нам только преграждает путь вот такие вот у нас тут тюремщики. Так, опять у нас два рукопашника с такими булавами и два лучника. Ну, там, кстати, еще башня Тесла какая-то стоит, да? На выходе. А, тут, в бою, смотрите, вроде бы в бою так, хорошо, там что-то они там нам рассказывают, всякие там фразочки лепят друг друга, видимо, с друг другом они там друг друга подкалывают эти, короче, бойцы. Вот, не успеваю даже читать эти фразочки, что они там быстро очень говорят. Ну, в принципе, это такое, не суть важно там, видимо, просто сделано ради прикола. Так, что у нас получается? Мы можем... Ага, вот выход, где башня Тесла, да? Так, кстати, ага, а что самое интересное, в бою зум не работает, то есть нельзя увеличивать, уменьшать, то есть как есть, так и есть. Так, давай, не, подожди, вот, давай. А, блин, вот как это копье срабатывает, просто на линию, ладно, мы тут, короче, это, на, бамс. Есть, не, еще не завалил, нифига себе. Мощный крендель, мощный, а, блин, подожди. Ёшкин ты кот, что творят? Ого, там 3 лучника, ёлки-палки. Давай, подходим и шандарахаем, давай. Едь, на тебя, добиваем этого кренделя. Так, теперь, о, блин. Ого, ударчик, так, 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 ребята. Давай вот этого, на тебе. Ух ты, хорошо шандарахнул, да? Так, давай. Так, и пошли, давай ядовитой стрелой попробую. О, тут, кстати, это... Бахнем в это. Сейчас взорвется она, да? Ой, оглушила его и убила его. Нормально. Ох ты, блин, что, обалдел, что ли? Да, все, броня у нас вот этого Геральта. А, его, смотри, восстанавливается броня, да? Так, давай вот это может подлечить как-то себе. Или щит какой-то саму себе. Сам на себя щит накладет, да? Так, и... Блин, подожди, так, давай. Так. И жахнем по этому кренделю. Лучом. Они, кстати, слабенькие, вот эти лучники. Лучники слабые, поэтому с ними несложно справиться. Они только, видишь, как видите, толпой могут действовать и валить нас по... О, следующий, так, мы выбираемся из города. Остановите их, бежим. Как скучно, боже. Так, оторвались от них. Сэр Геральт, хвала небесам, как же я рад вас видеть. Орки вторглись на земли, которые вы когда-то звали домом. Кто-то должен остановить их. Из крепости орков доносился звон боевых барабанов. Мы не можем позволить им захватить лес. Мы должны остановить их, пока не достигли магов Лозагона. Мы поможем. Эх, старый, я уже для этих приключений, да, сказал Геральт, да. Ну, придется, видимо, им еще раз впрягтись и спасти мир, как обычно, да. О, победа! О, наши 3 чувака. Так, мы завершили первый, типа, как бы этап, да, я так понимаю, прошли. Да, у нас заработали сразу несколько ачивок, сразу, так, оу, сколько нам всего-то надавали-то, ёшкин ты кот. Так, это кто прошел сколько локаций, да, вот этих пунктиков, 6 Геральт прошел, 5 у нас лучник прошел, наш лесничий, и маг прошел 2.
или битвы, или, ну, скорее всего, не, пунктики вот эти флажками подмечены. Так, и у нас всего куча надавали нам, смотри, всего море. Сейчас посмотрим, что мы за это дело можем всего накупить себе, да? Глянем, 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 сейчас обязательно. Так, ура! Ух ты, там мы вышли. Вы только что разблокировали новое приключение. Владение Крамтака. Это орков, скорее всего, владение, да. Так, у нас новый помощник и маг, и... так, ух ты, мы вышли наконец-то на глобальную карту. Юху, ого, какая у нас, смотрите, какая у нас серьезнейшая карта. Очень большая будет, явно тут большая карта будет. И тут, смотрите, сколько этих разных локаций. Так, давайте посмотрим, сразу посмотрим, что за ачивки дают у нас тут. А что за ачивку дают? Ну ничего, просто выполнено и все. И все, и как-то так, как-то не смешно. Я думал, что-то какой-то приз будет за выполнение этих ачивок. Ладно, окей, окей. А что это выбрать, подожди, выбрать команду. О, то есть мы можем собирать команду. В каждое приключение мы можем собирать, комплектовать, как видите, да. Но у нас есть пока что только совсем мало. Остальные у нас все закрыты. Да, как видите, смотрите, герой у нас получается Геральт. Вот, кстати, в моем ролике, который я делал на русском языке, трейлер и тизер там был, там перечислены все герои, в ролике показаны. Это у нас 5 героев, это Геральт паладин, Астра это типа ассасина такого, Олух это демон, вот, Брукса такая колдунья и темный эльф Рексон, да. Вот как видите, можно каждого немножко посмотреть о них, почитать о них, что у нас, да. Что они из себя представляют, и у каждого, какие умения у каждого возможны будут во всей этой игре. В качестве, навыки, то есть все полностью расписано, даже если у вас недоступен этот боец для игры. Вот. Но посмотреть его данные все можно уже сразу же. Вот. Просто пока он недоступен, как видите. Так, это у нас 5 героев получается, и у нас 11 спутников. Это лесничий, волшебник, рыцарь. Бомбардир, варвар, темный рыцарь, орк-мясник, вот такой вот симпатичный чувак зубастый. Так, потом у нас кто идет? Знахарь. Ага, знахарь, я думал, это типа ведьма, это все-таки мужичок. Так, йети, вот такой вот серьезный крендель сумасшедшего вида. Вот, еще не менее сумасшедшего вида разрядник, такой инженер Тесла. Так, и у нас еще волшебница, вот такая вот бабулька сумасшедшая тоже. Тут большинство, половина героев вот такие явно не в себе. Ну ладно, это такое дело, тут как бы сделано все для юморка. Так, смотрите, мы можем выбрать на выбор два приключения, да, Великий побег Геральта. Подожди, так я же уже прошел. Что, еще раз, что ли, можно, что ли, получается? Так, повторно перепройти, ну ладно, мы, наверное, пойдем вот сюда. Владение Крамтака. После мести Везнана леса стали более зелеными. Но этот зеленый оттенок плохой знак. Да, то есть, как видите, у нас здесь перекликается с другой игрой этой серии. Вот про злодея Везнана, где мы выступаем на стороне темных сил. Там классические башенки. Вот, я думаю, многие уже играли. Кто играл, отпишите, можете отписаться в комментах. Вот, играли ли вы, полностью ли вы прошли ее. Я играл, но, к сожалению, руки не дошли пройти ее полностью. Наверное, надо все-таки будет ее заново как бы попробовать начать и пройти полностью эту игру. Вот, она там, в принципе, очень даже неплохая сделана. Хотя есть как бы некоторые моменты спорные, но то такое, в принципе. Вот сама игра, как всегда, довольно качественная от компании Red Hat Games. Ну и вот эта новая фишка у нас пошла, новая игра совсем другого жанра уже. Ну, в принципе, я думаю, что это ничуть не хуже делает, не делает ее хуже. Просто это новый взгляд на вселенную Kingdom Rush. Ну, а мы продолжим, почитаем, что это у нас здесь. Так, что у нас будет здесь? Мы здесь должны будем сражаться с орками уже, да? Так, под предводительством ужасного Крамтака орки опустили корни в этих землях и начали вторгаться в близлежащие поселения. Пора положить конец владычеству Крамтака. Ну, давай попробуем положить конец владычеству Крамтака. Так, в крепости орков назревает зловещая буря. Армия тьмы шагает в другую сторону. Орки взять пастбище. Да, курка яйком лека. Так, но разведка видит приключателей. Приключателей? С каких пор могучая орда боится путешественников? Идите и покажите им раз и навсегда, кто здесь хозяин. Да, в общем-то, орки нас заметили. Слушать, вождь! Вперед, долой из глаз моих!
Все идет по плану. Мы не побудем вашу преданность. А, тут еще какие-то чуваки орков, видимо, подкупили. Явно какие-то представители темных сил. Вот. Просто манипулируют орками и используют их как свачки своего оружия. Так, ну что ж, начинать приключение. Борьба за трон Крама. На луга вторглись кровожадные орки. Но гладя своим ужасным лидером Крамтаком злогромным. Да, зловредным и злогромным. Так. Нам предстоит ворваться на трон шамана и положить конец вторжению орков. Ага, смотрите, сколько нас всего выдали нам. У нас есть палатка, припасы. Это что за веревка? Предмет можно привязать к чему-то или к себе. Лучший друг путешественника. Хе-хе. То есть тут у нас много интересного, как в ролевой игре. Есть еще интересные предметы, которые могут нам помогать в путешествии. Да, видите, кирка можно прокладывать туннели, развивать вещи. И зелье энергии снимает очки усталости. Хорошо, окей, начинаем следующее. Так. Вот такая у нас карта этого приключения. То есть мы должны пройти через леса. Нам, о, смотрите, как на выбор, у нас можно и нас несколькими путями проходить, да? Это очень даже интересно. То есть каждый раз можно что-то, вот когда начинаешь играть, можно проходить каким-то по-разному. То есть реиграбельность довольно-таки повышается этим всем делом. Мы должны потом зайти в этот город орков и победить вот этого главного ихнего, предводителя. Угу. Ну что ж, давайте выберем. Тут, в принципе, у нас поначалу, вот внизу интереснее, кстати, какие-то деревушка какая-то, вон там пауки какие-то вижу, смотрю. Ой, что там? А, вот тут уже появляется, я так смотрю, интерактивные элементы. Тут карту можно... А, карту можно зумить немножко так и посмотреть, что тут будет. Угу. Там деревушка какая-то еще будет интересная на пути. Там вон даже люди там. Там явно мы можем освободить и, наверное, пивнуха вон какая-то, смотри, и, ну, получить каких-то союзников, наверное. Так, значки, да. Тут, кстати, возле каждого уровня есть свои флажки. Которые обозначают, вот есть сражения, видимо, классические, вот бросание костей. Бросание костей зеленым обозначены. Неизвестное что-то, видишь, фиолетовые флажочки, что-то будет там какой-то сюрприз. А вот плюсик это в пивной, наверное, скорее всего, добавится еще один герой какой-то. Либо герой, или спутник. Ну что, давай попробуем, давай пошли вниз вот сюда. Ломанемся вот такой толпучкой, мы маленькой, из трех у нас персонажей. Это наша команда, которую нам доверили, уже под руководство наше отдали. Вот, ага, вот эти орки. Так, лучники здесь у нас. Ой, смотрите, какой гоблин мелкий, еще вредный, да? Угу. Ой, и хищные растения тут еще есть. Что это у нас? Гадки. О, смотри, тут, короче, есть... Так, подожди. Как посмотреть эту интерактивность элементов? Тут явно что-то... Блин, вот это, конечно, странно. Почему я не могу отменить? Так, а если вот так нажать на чувака? О! Угу. Не могу выделить, явно какие-то интерактивные элементы присутствуют, но пока что я их не могу выделить. Так, давай, так, пока мы никуда не добиваем, так, не добиваем, давай просто тогда походим. Угу. Так, тут тоже, подожди. Так, давай следующий. Так. Так, нас тут... Ждет серьезный бой. Да, он есть даже плотоядное растение. Это такие, видимо, мобы, которые не относятся к... Как бы они нейтральны. Скорее всего, они хавают и наших, и не наших, да. Так, вот этот, скорее всего, вот гоблин. А, ну гоблина мы сразу можем вырубить. Хоп, ей. Прикольно. Да. Оба. Ах ты ж собатюра, что ты делаешь? Ты пострелял. Ладно, давай мы шандарахнем вот этим. Бам, с лучом. Ого, живой, мощный крендель, да, еще. Ну, сейчас мы этого шандарахнем чувака. Давай, и бах. О, у него, кстати, мощный крендель, это, наверное, самый главный. У них тут в этом бою. Так. Странно, почему они наши не отвечают. Не отвечают на удары. Давай, помпс. О, завалили главаря. Так. Ага. Ну, эти не сильно нас валят. Так, а теперь мы должны... Чё, давай. Бамс. Лучника вырубили. Отлично. Остался еще один лучник. И... Ой, а что это у нас уменьшается наша жизнь? Угу. Давай ему сделаем... Ах ты ж. Жук. Не, странно все-таки, что не отвечает. О, давай попробуем вот этого нейтрала, да, завалить. Бамс. Есть. Цветочка мы завалили. Ага. Так. Давай вот этот используем.
Хоп. И... Дай, магия рулит. Магия рулит. А чё он теряет у нас? Подожди. Или он восстанавливает жизнь? А, восстанавливает, значит. Восстанавливает броню. Наш этот воин. Геральт, самый главный. Так. Ой, подожди, цветочек восстановился. Ёшкин ты кот, а что это он восстановил? Давай его ядовитый жахнем от этого лучника. Да? Все, о, все, не дали мы цветочку показать свою силу. Он бы нас, скорее всего, хавкнул немножко. Так. Прошли мы этот... Ага, получили... Смотрите, получили предметы. То есть за каждый бой можно получать определенные предметы. Да, вот такое вот у нас движение идет туда. Постепенно продвигаться надо будет вот так через леса. Выигрывать каждый. Давайте мы сейчас сгоняем еще, посмотрим, что тут у нас. Ага, смотрите, время истории. Мы решили отдохнуть и разогли костер. Один из команды попросил кого-нибудь рассказать интересную историю. Давай кидаем кубик и рассказываем историю. Что-то мы получим за какое-то за это дело. Что-нибудь можно получить, наверное, скорее всего, да? Мы обменялись парой скучных историй, пока на их не устали и легли спать. Так, ну что ж, пошли. Давай сюда. А что они... Не дошли до этого? О, тут уже серьезнее, смотри. Туннель с ловушкой. Так, мы достигли туннеля с серии статуэток, расставленных в хаотичном порядке. Кажется, они как-то связаны с механизмом ловушки. Похоже, статуэтки — это часть загадки, решение которой обезвредит ловушки. Хорошо. Так, у нас есть варианты. Попробовать отгадать загадку. А что это у нас означает? Так, а ну слышишь. Так, подожди, заклинить механизм, попробовать найти ловушки, заклинить механизм и пойти в обход. Так, кидание кубика и что-то еще, какое-то участие нашего волшебника здесь подразумевается, либо просто заклинить механизм. Давайте попробуем отгадать загадку. Кидаем наш кубик. О, что-то мы там, звездочка нам выпала. Так, мы изучили статуэтки и заметили, что они изображают разные этапы жизни человека. После того, как они были переставлены, ловушки обезврежены, мы добрались до другого конца туннеля. Ой, мы выиграли, выиграли. Ха-ха, смотри. А, вот в чем прикол. Как зарабатываются эти фишки. То есть, получается, просто мы должны каждая из этих вот штук, которые нам сферы магические какие-то, да, или как там, не знаю, магические эти вот штуки волшебные, они, чтобы одну штуку собрать, нужно насобирать много мелких, да, вот мы там добавили, постепенно насобирали, и у нас одна появилась штука, которую мы можем прокачать своего кренделя, ну, любого из наших чуваков. Ну, давай вот этого Геральта нашего прокачаем, получим у него, это у нас получается новые умения. Ой, подожди, мы же вроде прокачивали. То есть что, для каждого приключения по новой, что ли? Прикольно, конечно, да. Не очень, наверное, прикольно, если будет таким образом. Ну что ж, вот такое вот у нас получается дальше движение. Мы должны будем постепенно проходить каждый все эти этапы и выигрывать, доходить до босса, заканчивая приключение. Следующее, и что, в свою очередь, откроет нам доступ к следующему приключению. Вот такая вот у нас приключенческая игрулина с пошаговыми боями, собиранием персонажей в команду и прокачиванием их умений, всех вот, возможностей и магических навыков, если они есть, либо каких-то других там навыков физических. Вот такой вот у нас получается первый взгляд на игру Legendary Kingdom Rush. Вот, кому понравился обзорчик наш, ставим лайк. Вот, если есть какие-то мнения, что-то хотите высказать, то обязательно добро пожаловать в комментарии. Пишите, что вам понравилось в этой игре, что вы думаете вообще о таком же жанре этой серии. Вот, оправдан ли, по-вашему, этот переход, либо вы ждали более классической Kingdom Rush в виде защиты башен или Tower Defense, оно же. Вот, либо этот жанр вам тоже, в принципе, пришелся по душе. Вот, я думаю, что эта игрушка тоже вполне себе неплохая должна получиться, получилась в итоге. Вот, здесь, по крайней мере, сохранился здесь этот вот шарм и очарование серии Kingdom Rush, за который многие ее полюбили. Вот, и я думаю, что как бы игрушка вполне себе имеет право на существование, и всем фанатам Kingdom Rush можно ее смело рекомендовать. По крайней мере, это свежий взгляд на вселенную. Вот, насколько получится прохождение интересным и как бы захватывающим, это уже покажет время, каждый из вас может это сделать, если зайдет по ссылочке в описании к этому видео. Если у вас на данный момент, напомню, это у вас есть iPhone или iPad, так как на данный момент это эксклюзив для Apple Arcade. Позднее выйдет, явно будет версия, должна быть, по крайней мере, я так считаю, должна быть версия для Android, но пока что ее нет. Так что ждем. Ждем и надеемся, что все-таки Ironhide Games не оставит без внимания всю Android аудиторию.
Ну и что еще хочу сказать, что кто еще не подписан на канал, обязательно подписываемся, не забывая при этом жать колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видеообзоров на нашем канале. Ну а на сегодня все, будем заканчивать. Всем удачки, ребятки, до новых встреч, пока, друзья!